Одной из старейших жительниц Анапы исполнилось 100 лет. Матрёне Семёновне Черновой пришло в этот день особенное письмо – поздравление от президента России. Родилась Матрёна Семёновна в 1913 году в небольшой кубанской станице. В юности она с семьёй переехала в Баку. После окончания школы работала на заводе, где шила дамские шляпы. Вскоре произошло знакомство с будущим мужем – военным. Первые их встречи Матрёна Семёновна до сих пор помнит со всеми подробностями. Ну, я собираюсь. Завивку сделала, поднарядилась, все оделась и пошла. Ну, Марус, я ей говорю, я ухожу, иди. Ну и пришли, ну и она говорит, садись, а вон кухоньки стоит уже, у ней дома. А потом выходит, здравствуйте, я как испугалась, загорелась вся. Вот так было мое с ним знакомство. Уже после войны Матрёна Семёновна вместе с супругом Иваном решили перебраться обратно на малую родину, в станицу Новопокровскую, где спустя некоторое время ее муж скончался от болезни. Матрёна Семёновна без слез не может вспоминать эти дни своей жизни, но благодаря родным ей удалось пережить горечь утраты. Своих детей у Матрёны Семёновны не было, поэтому всю свою любовь она дарила племянникам, которых помогла воспитать сестре. Сегодня долгожительница окружена заботой и вниманием, живет в одном дворе вместе с двумя внучками, которые за ней ухаживают. У нее очень веселый характер, жизнерадостный, общительный. Она очень любит с людьми общаться. В свои 100 лет Матрёна Семёновна сохранила ясный ум и прекрасную память. По словам внучки, бабушка очень любит смотреть старые фотографии и вспоминать свою молодость, рассказывая разные истории. И оделся, он и вышел, и я выбежала. И тогда беру снег, да его всего снегом помазала. Пенсионерка любит вязать своим правнукам носочки. Хотя сейчас ей тяжело ходить, иногда она выходит во двор, поливает цветы, общается с соседкой. Секрет долгожительства именинницы, по словам внучки Татьяны, в трудолюбии бабушки. Но сама Матрёна Семёновна Чернова ответа на этот вопрос не знает. Нет, деточки, на этом мы никто не знает. Одна я осталась от рода своего. Одна. В этот столетний вековой юбилей Матрёне Семёновне все пожелали одного – крепкого здоровья. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа регион.